Здравствуйте, друзья, это Анапа. Сегодня у нас 5 февраля 2019 года, и я хочу вам показать, как правильно нужно устраивать пешеходные переходы. Один из них сделали здесь вот в районе детского садика «Колокольчик» на улице Крымской. Ну, во-первых, установлен знак, видите, вот на желтом фоне. Это он означает, что водитель приближается к пешеходному переходу. Ну вот считаем, я не знаю, сколько там положено по правилам метров, но, наверное, метров 30. Вот, скорее всего. И вот там этот переход. Еще стоят целых два знака. Один знак это то, что там неровность. Это искусственная неровность, и знак, опять же, пешеходного перехода. Вот. И этот пешеходный переход, он приподнят. Сейчас мы его рассмотрим. Видите, сколько знаков, только целых три знака об этом переходе. А здесь, чтобы машина не заезжала, установлен столбик, а то бывают любители припарковаться. А, ну и вот мы видим, какая разметка. Это... Значит, вот такие шашечки. Вот. И сам пешеходный переход тоже приподнят. Причем достаточно много, наверное, ну, метров 10, наверное, все сам он вот начинается. Там тоже шашечки. Пешеходный переход. Очень удобный, безопасный пешеходный переход. Вот такие и должны быть установлены у нас в Анапе. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всего вам доброго. До следующих встреч.